часов шестеро наших астронавтов отправятся на Марс. Но не просто на разведку, а чтобы там жить. Нет гравитации. Это неисследованная территория. Сэр, пульси. Она мертва. Ребенок не переживет возвращение на Землю. Его сердце просто не сможет преодолеть силу земного притяжения. Значит, он останется на Марсе инкогнито? Да. Гарднеру 16. За свои годы увидел лишь 15 человек. Мало кто слышал обо мне. Я вырос среди ученых. Он знает о Земле. Привет, Алса. Когда мне будет 18, я сбегу. Я хотел бы сбежать с тобой. Он понимает, что жизнь проходит мимо. Отправьте его домой. Смогу ли я жить с людьми? Тут все такое яркое. Можно мне остаться? Надо провести тесты. Мне все равно. Я хочу быть там. Он сбежал! Обыщите аэропорты и вокзалы. В одиночку ему не выйти. С чего вы взяли, что он уехал к ней? Она единственная, кого он знает на Земле. А он романтик. Привет, Толстый. Скажи, откуда ты на самом деле? С Марса. То, что это звучит нелепо, не значит, что я лгу. О, что это? Обычная лошадь. I've been getting used to waking up with you. I've been getting used to waking up with you. Ты же хотел увидеть мир. Гарднер, прошу, вернись. Нет, это моя жизнь. Самая красивая девушка из тех, что я видел. Ты говоришь об этом вот так? А что, надо иначе? Его сердце не может выдержать гравитацию. Ты не лгал. Его часы сочтены. Я боялся, что не смогу научиться быть человеком. Ты сделал мне. Толстый. Что тебе больше всего нравится на Земле?